Краевые спасатели отработали план действий при химической угрозе. Тренировка прошла на Красноярском заводе цветных металлов. По легенде, на предприятии оказался поврежден парк хранения аварийно-химически опасных веществ. Произошла разгерметизация емкости с хлором и соляной кислотой. По учебному сигналу тревоги в главном управлении развернули оперативный штаб к месту условий. ЧС направили необходимые силы и средства. Все службы работали слаженно, пожарные провели осаждение облака хлора, спасатели наложили пластырь на место утечки аммиака, работники ФМБА и Центра медицины катастроф оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в лечебные учреждения. Эксперты Роспотребнадзора организовали экологический контроль в зоне условной чрезвычайной ситуации. Прошедшее учение – это часть всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Они продлятся до 7 октября. Службы со своей задачей справились, межведомственное взаимодействие организовано, обмен информацией с вышестоящими штабами по тренировке организован, замечания, которые были выявлены, будут устранены при следующих тренировках.